Ты уверен, что это действительно происходило? Ты помнишь запах кухни у бабушки? Помнишь свой первый школьный день? Ты помнишь, как ты плакал однажды ночью, и никто не пришел? Но вот вопрос. Если я покажу тебе фотографию, на которой ты ребенок, сидишь на слоне в цирке, ты вспомнишь, как это было? Ты скажешь: да, точно, я помню запах сена, помню жаркий день, смех, и, может быть, даже почувствуешь страх. Но никакого слона не было. Никогда. Это фото – фейк. Это воспоминание – ложь. И это не исключение. Это правило. Мозг не камера. Он не записывает. Он переписывает. Каждый раз, когда ты что-то вспоминаешь, ты не возвращаешься к прошлому. Ты создаешь его заново. И в этот момент меняешь. Добавляешь, удаляешь. Незаметно. Навсегда. Ты уверен, что ты помнишь, как ты полюбил? Как ушел? Как простил? А может, ты никогда этого не делал? Если это монтаж, тогда кто выбирает, что оставить? Сегодня ты узнаешь, почему все, что ты помнишь, может быть ложью. И почему эта ложь не баг, а функция. Это не просто рассказ о забывчивости. Это путешествие по тонкой грани между прошлым, которое ты хранишь, и прошлым, которое никогда не существовало. Ты готов это вспомнить? Тогда поехали. Память – это не хранилище. Это не ящик, из которого ты достаешь правильное воспоминание. Это процесс, который каждый раз заново пересобирает прошлое из обрывков. Ты не воспроизводишь момент, ты переживаешь его заново, но уже в другом состоянии, с другим опытом, с другим контекстом и каждый раз немного иначе. Когда ты вспоминаешь, в мозге активируются три ключевые области. Гиппокамп, префронтовая кора и миндалина. Гиппокамп помогает связать разрозненные куски, как монтажер. Префронтовая кора решает, что важно сейчас, а миндалина окрашивает все эмоциями. То, что ты помнишь, это не факт, это интерпретация. И эта интерпретация подвержена ошибкам. Однажды ты вспомнил что-то в сильные эмоции, и теперь этот момент хранится как главный. Хотя, возможно, самого события не существовало вовсе. На МРТ видно, при воспоминании активируются те же зоны, что и при воображении. Проще говоря, воспоминания – фантазия, разница в деталях. Но мозг не всегда их различает. Существует феномен, воссоздающий памяти. Ты заполняешь пробелы в событиях тем, что кажется логичным. Ты помнишь, что кто-то был с тобой. Помнишь, что ты что-то сказал. Но это просто конструкция, которая склеивает сюжет. Иначе история распадется. Ты не можешь жить без памяти. Но память не обязана быть правдой. Она должна быть удобной, понятной и безопасной для твоего «я». А мозг позаботится об этом, даже если для этого ему придется солгать тебе. В 1990-х профессор Элизабет Лофтус провела простой, но шокирующий эксперимент. Она попросила студентов вспомнить, как они потерялись в торговом центре в детстве. Им рассказали: тебе было 5 лет, ты ушел от родителей и не мог найти дорогу. Тебя нашел старик в пиджаке и отвел к охране. Большинство участников это вспомнили со всеми деталями. Они описывали эмоции, запахи, свет, одежду, хотя ничего этого не было. Это было подстроенное ложное воспоминание. Им его внедрили, а мозг подстроил под него все остальное. Этот эффект называется ложная память, и он работает чаще, чем тебе кажется. Ты видел новость в детстве, услышал чужую историю, тебе показали фото, и вот твой мозг уже собрал из этого воспоминания. А теперь представь, если одно такое воспоминание ложное, сколько еще в тебе неправды, о которой ты не догадываешься? Ты уверен, что в детстве у тебя был именно этот друг? А мама действительно это говорила? Эксперименты с ложными воспоминаниями проводились сотни раз. Люди вспоминали, как летали на воздушном шаре, как видели таракана в бутылке кока-колы, как их кусала собака, как они попадали в больницу. И все это фальшивка. Убедительная, эмоциональная, детализированная. И вот в чем парадокс. Мозг не отличает фальшь от правды. Если эта эмоция сильная, и если воспоминания логично вписываются в твою историю, она становится реальностью. Для тебя. Ты начинаешь верить в него, а потом защищать его. Потому что память — это не просто информация, это твоя личность. Ты — то, что ты помнишь. Но если память обманывает, кто тогда ты? В 2010-х в интернете взорвалась странная волна. Тысячи людей по всему миру были уверены, что Нельсон Мандела умер в 80-х в тюрьме. Они помнили новости, похороны, речь вдовы. Но Мандела умер только в 2013-м. Вся эта память была ложной. И она разделялась миллионами. Так родился термин «эффект Манделы». Коллективная ложная память,
когда множество людей убеждены в том, чего никогда не происходило. А теперь представь, ты споришь об этом, уверен, что прав. Ты ставишь на это свою память, а она ошиблась. Ты помнишь, как логотип KitKat всегда имел тире? Никогда не имел. А Дарт Вейдер не говорил: «Люк, я твой отец». Мозг не записывает точную информацию. Он записывает структуру смысла. Он заполняет пробелы по привычке, по аналогии, по шаблону. Это удобно, быстро, энергосберегающе. Но когда так делает один человек, это ошибка. Когда так делает вся культура, это феномен. Почему мы вспоминаем то, чего не было? Потому что память — это не архив, это социальный конструкт. Ты хранишь не только свою историю, ты хранишь то, что удобно обществу. Общество — это огромная система, где память помогает поддерживать порядок. И если группа договорилась, что что-то было, оно было, даже если не было. Коллективная ложь становится коллективной памятью. И эта память может строить города, религии, государства, даже войны. Ты не один. Ты помнишь, как все. Но это не значит, что это правда. Иногда ты просто участник симуляции прошлого, которое никто никогда не проживал. Ни ты, ни они, ни Мандела. Ты думаешь, что память нужна, чтобы хранить точную историю. Но это иллюзия. С точки зрения эволюции, правда не приоритет. Выживание — вот что важно. А для выживания важно не помнить все, а помнить нужное в нужный момент и забывать все остальное. Мозг не пытается сохранить прошлое, он пытается приспособиться к настоящему. Ты не обязан помнить, что кто-то тебя предал 10 лет назад. Если сейчас тебе нужно с ним сотрудничать, мозг перезапишет его образ. Ты забудешь боль, вспомнишь улыбку и подумаешь: мы ведь всегда были в порядке. Ты не врешь, ты просто адаптируешься. Психологи называют это адаптивное забывание. Мы стираем то, что мешает, оставляем то, что поддерживает идентичность и эмоциональное равновесие. Это не баг, это встроенная функция. Твоя память создана не для правды, а для выживания твоего «я». Вот почему ты помнишь, что всегда был честным, что всегда знал, что так будет, что уже тогда все чувствовал. Мозг выстраивает сюжет, где ты герой, даже если на самом деле ты ошибался, был слабым, трусливым или жестоким. Это называется когнитивная реконструкция. Твоя личная история постоянно переписывается под новую версию тебя. Ты не замечаешь этого. Ты думаешь: я просто вспоминаю. Но ты не вспоминаешь. Ты переписываешь реальность снова и снова. И если завтра все изменится, ты вспомнишь свою жизнь по-новому. Как будто всегда знал, как будто всегда был прав. Память — это руль, но не в твоих руках. Вспомни один день из детства. Любой. Ты можешь описать его почти покадрово. Но ты не видишь этот день с позиции себя. Ты видишь его со стороны, как будто смотришь фильм, хотя камер тогда не было. Это ключевой момент. Твоя память — это кино, саундтрек, крупные планы, цветокоррекция. И каждый раз, когда ты вспоминаешь, мозг заново монтирует этот фильм, выбирает, что оставить, что вырезать, что подсветить, а что размыть. Этот процесс называется реконсолидация. Каждое воспоминание, чтобы сохраниться, должно пройти через новую сборку. Это как если бы книга самоуничтожилась после прочтения, и ты был бы обязан ее переписать по памяти снова и снова. Вот почему старые воспоминания чаще всего не точные, а отполированные. Сильнее эмоционально, чище визуально. Как будто ты пытаешься сохранить не момент, а смысл этого момента. В фильме «Помни» герой татуирует на себе факты, потому что мозг отказывает, он забывает и обманывает. И каждый раз он вынужден пересобирать свое прошлое, как детектив без улик. Мы все такие детективы. Мы идем по собственным следам, оставленным на зыбком песке. И каждый раз убеждаем себя, что след был именно таким. Забытые лица, неверные диалоги, слова которых никогда не говорил. Все это часть фильма, которого ты никогда не снимал. Но ты смотришь его каждый день, потому что без него пусто. И ты снова нажимаешь play. Память — это не про прошлое, это про настоящее представление о себе. И если его не подпитывать, тебя не будет. Так кто режиссирует этот фильм? И где заканчивается сценарий и начинается вымысел? Ты говоришь: я это помню, как аргумент, как доказательство, как опору. Но если память — это реконструкция, и если она зависит от контекста, эмоций, внушения, то, может, ничего из этого не было вообще? В философии этот вопрос ставился еще до нейронауки. Можно ли доверять прошлому, если у нас нет доступа к нему, кроме как через память? Это не просто паранойя, это онтологический кризис. Как ты узнаешь, что жил эту жизнь? Что ты не проснулся сегодня утром с уже загруженными воспоминаниями? Как в шоу Трумана, где герой прожил всю жизнь,
но все было декорацией. Нейрофизиологически это возможно. Ты мог бы проснуться в симуляции с готовым набором памяти, с ощущением времени, детства, истории, и не заметить ничего странного. Такой сценарий даже обсуждается в научной гипотезе «инфузия памяти». Если воспоминания можно вживить, то ты можешь быть первым днем себя, который просто уверен, что был и вчера, и год назад. Эту идею развивают философы сознания и разработчики искусственного интеллекта. Если загрузить память на нейросеть, станет ли она личностью? Или память — это не то, что делает тебя тобой? Ты можешь помнить, что был счастлив, но был ли ты? Ты можешь помнить, что страдал, но страдал ли ты? Если все, что у тебя есть, это воспоминания о страдании, но само страдание уже невозможно проверить, то это страдание реально? Ты думаешь, что память — это мост. Но что, если это просто декорация моста? Ты просто идешь, чтобы не остановиться. Ты идешь по ней, вглядываясь в прошлое. Но, может быть, под твоими ногами нет ничего? Потому что, если остановишься, придется признать, все, что ты считал собой, может быть вымыслом. Допустим, сердце остановилось, мозг лишился питания, сознание исчезло. И что тогда? Ты скажешь: смерть, финал. Но с чьей точки зрения? Если сознание — это поток, он прекратился, то никто не может засвидетельствовать этот момент, потому что никто не переживает небытие. Это и есть парадокс. Ты можешь помнить, как засыпал, но ты не можешь помнить момент, когда перестал быть. Это как пытаться увидеть черную дыру изнутри. Сознание никогда не испытывает отсутствие сознания. Когда ты вырубаешься, ты проваливаешься, а потом просыпаешься. Без промежутка, без воспоминаний о пустоте. А теперь представь, ты умираешь, но не ощущаешь сам момент и не успеваешь ничего зафиксировать. Что ты тогда переживаешь? А ответ может быть шокирующим. Ты переживаешь только сознание, потому что ничего другого не бывает. Ты всегда в моменте присутствия, как бы странно он ни выглядел. И отсюда возникает гипотеза. Если сознание не может осознать собственное исчезновение, тогда с субъективной точки зрения оно не исчезает. Никогда. В каком бы ты состоянии ни оказался, будь то иллюзия, сон, смерть, предсмертный всплеск, ты всегда будешь там, где есть ощущение «я». Некоторые называют это субъективным бессмертием. Не в том смысле, что ты жив вечно, а в том, что ты никогда не переживаешь собственную смерть. Потому что если ты все еще осознаешь, то ты не мертв. Получается, ты не бессмертен в объективном смысле. Твое тело, да, оно умрет, но в субъективной перспективе... Смерть не наступит никогда. Это не утешение, это возможный факт. Факт, с которым мы не знаем, что делать. Пока. Потому что если ты не умрешь, ты будешь жить, в какой бы форме эта жизнь ни продолжалась. Когда ты открываешь альбом с детскими фото, ты думаешь, что просто вспоминаешь, но на самом деле ты создаешь снова из кусочков, из эмоций, из контекста сегодняшнего дня. Память — это не архив, не папка на жестком диске. Это не та запись, которую можно просто проиграть дословно. Это текст, который ты переписываешь каждый раз, добавляя чуть-чуть нового. Вчера ты вспомнил, что твой отец говорил тебе важные вещи. Сегодня ты вспоминаешь, что он был молчалив. Оба воспоминания — правда, но они из разных версий тебя. И твой мозг подстраивает воспоминания под того, кем ты стал. Ты живешь в сюжете, который сам себе рассказываешь, и каждый день как новая серия, в которой переснимают старые сцены, чтобы они совпали с текущей линией. И вот что важно. Это реконструкция, а не ошибка. Это функция. Потому что если бы ты понял все лично, ты бы сошел с ума. Или не смог бы меняться. Не смог бы забывать боль. Не смог бы прощать. Не смог бы быть кем-то новым. В нейробиологии это называют реконструктивной природой памяти. А в философии — пластичностью идентичности. Ты не просто человек с прошлым. Ты человек, у которого прошлое меняется вместе с настоящим. Ты не замечаешь, как твои старые травмы тускнеют, как ошибки превращаются в уроки, как предательство становится недопониманием. Это не ложь, это защита. Так мозг спасает твою целостность. И вон главный парадокс. Даже если большая часть твоей памяти не точна, даже если многое из того, что ты помнишь, не происходило, все это реально для тебя. А значит, работает. Память — это не зеркало, это кисть, которой ты каждый день дорисовываешь себя. И может быть, в этом и есть настоящая свобода? Не помнить точно, а быть способным переписать. Чтобы двигаться, чтобы жить, чтобы быть. И тогда вопрос уже не в том, что было на самом деле, а в том, кем ты стал, благодаря тому, что думаешь, будто было. Теперь ты знаешь, все, что ты считал собой, может быть мифом. Мозг не хранит прошлое,
Он сочиняет его. Каждое «я помню» — это реконструкция. Каждая история, которую ты рассказываешь о себе, это монтаж. Ты не непрерывная лента, но как ролик с переходами, пробелами, ретушью. Ты не помнишь детство, ты помнишь, как ты сейчас его интерпретируешь. Ты не помнишь боль, ты помнишь смысл, который придал этой боли. Ты думаешь, но ведь без воспоминания я никто. А может, все наоборот? Может, именно благодаря тому, что ты не застрял в прошлом, ты можешь быть кем-то новым? Может, ты не пленник своих воспоминаний, а их автор? Если это так, тогда ты свободен. Свободен простить, даже если память говорит, он не заслужил. Свободен изменить свою историю, даже если она казалась уже написанной. Ты можешь больше не быть жертвой, можешь больше не быть виноватым. Можешь быть не тем, кем тебя сделали воспоминания, а тем, кем ты выбираешь быть сейчас. Представь, у тебя нет прошлого, ни травм, ни побед, ни ошибок. Только ты в этот момент из чистого листа. Это страшно, потому что ты теряешь почву. Но это и освобождающе, потому что ты перестаешь быть заложником того, что, возможно, даже не происходило. Так кем ты хочешь быть теперь? Не кем ты был, не кем тебя сделали, а кем ты выбираешь стать, если все переписано. Ответ не в прошлом, он в том, что ты сделаешь дальше. Потому что вся твоя память, вся твоя история, весь твой фильм может начинаться с этой сцены, с тебя, сейчас. И может быть впервые. По-настоящему.